Всем привет! В этот раз мы отправились на реку Кема. Стоим мы на Кемских воротах, это Нижнее Эльмо. Спустились к устьям, где-то до моря километров 12. В этот раз приехали, дождей не было долгое время. Сейчас неделя хорошей погоды, воды прям меньше уровня, прям отлично, как надо. Планируем половить нормально рыбы. Будет контент с баней. Замутим коктейли, покоптим рыбу, попробуем половить на корабль. Покидаем на тинкару, покидаем на блесна. Короче, будет много всего интересного. Приятного просмотра. Поехали! Мы сместили стол к костру, потому что сидеть возле света просто нереально. Гнус просто съедает. Один фонарь. Вот, второй. Встали, ничего не разлаживали, просто выгрузили немного вещей с машины, крутили стол, собрали удочки и пошли на вечеруху. Начало немного темнеть, и мы пошли просто проверить. В итоге мы наловили рыбы. Голец такой неплохой, в принципе. Это штук, наверное, 6-7 такого нормального. Вот, сейчас хотим пожарить его. Сегодня просто переночуем, сейчас кинем спальники. Бивак будем ставить уже завтра поутру. Сейчас сели покушать, развели костер. А вот получается голец. Ну ты, вот надо его сравнить с чем-то, я не знаю. Пачка, ну, вот, сигарет. Ну, ладошка, пачка. Да, вот если ладошка. Ну, блин. 42 размер обуви. Ну да, он больше ладошки. Но нормально. Не, ну постоянно нам пишут, конечно, что мы типа херню ловим, там мелочь. Но в этот раз здесь такой... Хороший голец. Хороший голец, да. Сантиметров 20, да? Он какой 20? Такой? Он даже 35. Больше. Да, даже 30, 30, да? 35, 35. Штучек 10, да? Ну, поймали мы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7 крупных и тут мелкие. Ну, уже они тройники порвали рты. Да. Как бы смысла. Там здесь оно есть. Мясо, смотрите, уже красное. Джейсон, фу. Головы, наверное, отлетать сразу. Ну, вот, все, сковородочка пошла. Ну, еще одну можно. Сейчас, 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 я еще одну. Утро второго дня, но мы чуть-чуть, конечно, проспали сегодня, потому что вчера легли в 3:00, пока посидели возле костра, покушали. Сейчас наряжаемся, возьмем тинкару, возьмем блесен всяких разных, попробуем. Будем пробовать на поплавок, на швабру. Вот. Пойдем на наше место, на которое мы вчера вечером ловили, подловим и прогуляемся по речке. Потом придем в обед, поставим до конца бивак. Наверное, построим баню, чтобы сегодня сходить. Ну, если наловим сейчас с утра рыбы, будем вечером что-то думать. Наверное, коптить будем, ну, что-то будем придумывать. Вот мы такие мы ловили вчера вечером на кислоту с точками и на такую двоечку. Вот здесь вчера мы на вечерухе на одном месте надолбили. Попробую здесь покидать. Это здесь камушек такой был. Вот он. Под него будем кидать. Он взял небольшой
голец. Мы его отпустим. Что-то сегодня уже снасти кучу поменяли, что-то сегодня пока что не очень. Пробуем дальше. Это уже все поперебили. Ну не все, конечно. Еще можно что перебить. Боже, коровка что-то не хочет. С красными, с черными. Ну, кстати, на одну с красными я поймал мелкую. С белыми еще тройка есть. Сейчас будем пробовать на рыбку. Короче, перепробовал кучу снастей. Фу, Джейсон. Вот гольца. Ну такой хороший. Фу. Вот. Такого только что взял. Не успел включить камеру. Ну вот, смотри, где она. Да-да-да, видишь, розовая. А, ну ты струха. Да-да-да-да-да. Я на нее ни разу не ловил, но вот это. Да фу, Джейсон. Ну здесь. В низах Кемы природа другая. Лес уже больше дубов. В верхах, если там елочки, кедрачи, то здесь немножко по-другому. Вот, кстати, рыбак, по-моему, там где-то стоит. Да, вон рыбак на плесе. Не видно будет. Еще один. Отпустим его. Фу, Джесси, нельзя. Еще одна мелочь. Стали на яму, на розовую долбик. На пеструшку. Отпустим ее тоже. Поймал кумзу. Сейчас будем смотреть. Ну-ка, показывай. Я не видел. Я, видишь, увлечен был. Нет, я в смысле не. А, кумжу, не. Небольшая. Все. Все? Да. Поймал кумжу, показал, короче, и ГГ. Она маленькая. Да-да, мы ее отпустили. Сука. С ней какой-то день расстройств. Я рыбку потерял, оборвал. Андрюха тоже там оборвал кислотную. Короче, сошло немножко. Ну, это нормально. Это ж рыбалка, правильно? Да, да, сейчас вечером на лодке. Конечно. Строим баню. Тент у нас сдуло, как оказалось. Надеемся, что дождя не будет. Сейчас взяли пленку, сейчас будем мутить баню. Вот такая вот баня получилась у нас. Пленка, поставили жерди. Замутили, короче, трубу. У нас минеральная вата, чтобы не подгорела. Подкопали, чтобы не продувало, как в прошлый раз. Вот. Такое у нас здесь. Подкопали, да, здесь у нас вход в баню. Пенек. И вот сама. Сама печка. Накидали камушку. Вот здесь вот у нас такая тема. Сейчас пробуем затопить. Да, нам. А мы немножко саму печку под это выкопали яму. Она получается без дна снизу коробка. Подзакопали, подсыпали, чтоб нигде не сифонил. И сверху камушками выложили. Вот сверху у нас жерди. Короче, все по фэншую. Ну и плюс мы сделали ее между деревьев. У нас всего лишь одна жердя получилась, которая привязана. И за счет этого она прям вообще... Жесткая, да, стационарная баня получилась. О, полыхает, тяга есть. Не дымит. Баня огонь.
замутили березовый веничек на вечер. Повалилась береза на дороге. Немножко подрубили, у нас будет все по фэншую. Баня на березовых дровах. Вот, ну и там немного. На вечер еще подзаготовили. Ну вот, пришли мы на вечерушку. Время 18:15. Вот. Такая речка. Дошли, докуда смогли. Дальше мы не можем пройти, дорогу не хотим искать. И вот отсюда и пойдем потом вниз, 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 вниз до нашего места. Ну, я думаю, до часиков до 9, да? Потом, когда начнет это... Темнять, мы тинкару возьмем, когда начнет рыбу. Потому что вчера она прыгала прям вообще. Мы думаем, что попробовать, когда стемнеет, уже прям на тинкару попробовать половить. Достал его прям, пока да. Шаркали. Ну, мы опять забыли с собой фонарик. Да ладно, нормально. Вот, короче, такой план. Андрюха на тинкару бахнул. Ну, небольшой, да? Ну, пойдет. Нормально. Я что-то вообще ноль пока. Андрюха опять на тинкару. Андрей, капец. Фигачит, короче. Пеструха, да, по-моему? Не знаю. Да нет. Пеструшка, да? Ну, пестрая. Зачет. Первый раз, да? Бахнула пестрая. Не, ну я там ловил снизу от куста. Такая вот пеструха. Угу. На кеме. Огонь. Это еще маленький. Идем смотреть. Давай, 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 выводи. Хороший. Хороший. Нормальный. Причем это линок, чувак. Линок? Линок. Это линок. Нормально. На кенкару. Фу! Фу! Фу, говорю. Хороший, блин. Вот это поддача была. Какой красивый. Да, Джейсон. А, он жареную любит просто очень. Фу! Фу! Ты все прячешь, то потеряешь опять. Ты же там мимо сколько рыбы фигачил. Красава! Выход, блин, просто! Долбит одну за одной. Че это? Голец? Нет. Короче, надо заряжать тоже тинкару. Что-то блесна сегодня вообще. На вечеруке молчит. Чувак просто, он уже достал на свою тинкару, он просто одну за одной фигачит там слонов. Опять очередного какого-то гольца поймал. Херачил головы. Говорит, вкусные головы у вашей рыбы, пацаны. Иди отсюда, блин. Че ты пожалел собаке голову? Да блин, он одну сожрал, вторую сожрал. Да че ты, да пусть... Что ей будет-то? Ну пусть хавает. Пускай ест. Ешь. Ешь, ешь. Открыл сумку и жрет рыбу. Я ловлю тут, он рыбу жрет. Вот жадный, чисто пожалел собаке рыбу, да. Одну, вторую. Ну ничего, ну так две. Так он дальше харю в сумку. Ну две рыбы. Сует, блин. Джейсон, кушай, кушай. Кушай. Ты чисто это, сыроед. Так мы его сегодня кормили ж хорошо. Да он, у него там корма миска постоянно стоит. Да он сегодня рыбу кушает. Просто достал. Я пока, короче, тинкару подбираю. Он опять тащит. Еще Джейсону ему рыбу жалко. Чисто капец. Одну за одной тащит, а Джейсону жалеет. Хороший, хороший там. Слоник у него какой-то очередной. Хороший, да? Джейсон смотрит, рыбы у тебя много, думает, надо, чтобы поделился. Ну да, да. Хороший голец. Вообще нормальный. Короче, вот на такую муху. Вот на такую. На поверхностную. Сейчас пойдем.
пахать. Что-то чувак уже там 10, наверное, поймал. Я что-то вообще ни одной за вечеруху. Ну это несправедливость. Что-то, короче, как я взял тинкару и перестала клевать у всех. Я одну маленького гольца поймал. И все. Прыгает, выхода есть, прыгает, но что-то не берет. Короче, просто только что поймал, забыл включить на камере, потому что был ажиотаж. Ну такой. Только закинул. Сейчас покажу. Вот такой вот. Стоять. Тихо. Тихо. Вот такой вот хороший. Все, начал прыгать. Да. Прям прыгает, вижу. И прям полетело вот это мотылек какой-то. Все, и он его жрет. Видать, время какое-то прям особое. Там буквально минут 10 он попрыгал и все. Короче, поставили воду на баню, поставили чайник и котелок на уху. Сейчас будем варить уху. Нафигачили? Дров? Дров? Ну, потихо. Чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Вот, и банька. Ну, свет у нас тут. У нас тут аллея. Генератор пашет. И банька фигачит. Вон там с поддувала видно как. Кочегарец уже внутри жарища. Ну, сейчас камни прогреем. И все. О, да, вообще тут жара. Камни сейчас прогреются и пойдем. А, все спереди загорелось, да? Да, уже спереди загорелось. Джейсон устал сегодня, бедолага. Находился, нагулялся, наплавался в речке. Лежит, комарики его грызут. Все, уже спит. Почистили рыбешку. Вот такая вот красавица. Сейчас пойдет в уху. Ну, мы часть в уху бахнем, часть засолим. Запарили веничек березовый. Будем каждый день запаривать разным. Вот это у нас березовый, с березовыми бруньками. Завтра дубовый будем запаривать. Послезавтра там лиственницу. Короче, уха у нас уже почти готова. Сейчас закипит. Кинем рыбу. И все. Ну что, уха готова. Все, она тут уже. Рыбку любишь? Конечно. Смотри, красненькое мясо. Ну все, всем приятного аппетита. Мы есть. Мы кушать. Ну что, мы уже начали париться в баньке. Банька зачет. Что, пойдем еще на заход? Пойдем. Самый главный кайф этой бани, то что она не остывает. Печечка, немножечко вот мы камушки подзалили, мы подзакинули в нее дровишек. И все, и она сейчас фигачит по новой. Что да, подливаем парку.
Кайф. Вот такая баня. Недельный кайф. Да, эта баня, наверное, из самодельных, из наших, самая лучшая получилась. Прям топовая. Сейчас будем мыться. Будем каждый день теперь мыться, как белые люди, да? Да, будем чисто одеваться каждый день. Да. Мы вчера парились в бане, вот, и зафигачили трубу когда, и у нас пришла в голову мысль, а не замутить бы нам гибрид к бане, коптильню холодного копчения, вот. Сейчас мы хотим поставить, нарубили жердей и развесить, наловили рыбы вчера вечерней, которые на вечерухе. Вот. Утром там тоже? Ну и утром, да, немного. Мы ее подсолили немного. Сейчас хотим сделать каркас и поставить ее на пару дней, чтобы она подкоптилась холодного копчения. Вот. Пока все равно у нас сейчас баня будет каждый день. В принципе, мы сейчас будем топить эту баню каждый день, поэтому чё дыму пропадать зря. Вот получается, мы связали вязальной проволокой жерди. К дымку подвели эту всю нашу конструкцию, ну и прикрутили ее к дереву, чтобы жесткости добавить. Вот сейчас еще пару поперечень поставим и будем мутить дальше. Вот, навязали конструкцию, все связали. И у нас тут три струны, три проволоки, на которую, получается, будет вешаться рыба. Сейчас закроем это все брезентом, чтобы дым не выходил. Все, и будем пробовать затапливать, посмотрим, как будет дым идти. Наша рыбка. Сейчас будем мутить. Мясо прям красное. Мясо прям зачетное. Ну пойдем первую повешаем. Пойдем. Все, первая пошла. За рыбалку, за рыбалку. Как приятно выпить коктейльчик на берегу реки в тайге. Кайф. Просто кайф. Курорт. Вот наша рыбка коптится. Весь день уже коптится, уже такая позолотела, золотистый цвет приобрела. День четвертый. Пошли мы на Постарице немножко вверха. Есть прикольные места, мы смотрели. Хотим там попробовать постоять, половить. Сегодня жарище.
солнце уже с самого утра, время 8, сегодня будет капец. Ну посмотрим, может что там поймаем интересного. Вот завал на старице. Фу, прошли немного вверх, поперлись по старице, она там заросла, уперлись в завал. Короче, пришлось прорываться через чаще, через кусты. Но это того стоило, потому что мы вышли вот на такой вид. Тут офигенные скалы. Крутая природа вообще. Пеструха кидается. Уже вторая пеструха мелкая. Ну, одного гольца небольшого взял за все время, пока здесь стоим на этих камнях. И все. На кислотную блесну. Сейчас поставил белую с красными точками тройку. Может быть, что-нибудь поймается. Ну, что-то поймали в потоке. Пеструха, наверное, да, опять? Если тебе понравилось видео, ставь лайк, подписывайся, нажимай колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Четвертый день. С утра рыбалка была такая себе. Сегодня погода отличная, солнце, жарище, но рыба сегодня не активная. Все равно мы наловили вчера, у нас получается в садке была рыба в реке всю ночь. Она была живая, и мы сегодня... Сейчас будем мутить котлеты. Рыбка у нас там вялится, вечером будем пробовать. Вот. Ну и замутим котлеты, так как у нас есть генератор, у нас есть электромясорубка, которая мутит коктейли, она же мутит и котлеты. Короче, тут просто гибриды, все мутится, все крутится. Вот. Поэтому вашему вниманию, сейчас мы будем готовить котлеты из рыбы в тайге на электромясорубке. Вот, короче, наша электромясорубка. Это наш шеф-повар, который сегодня будет мутить котлетосы. Ну что яйца, у нас? Яйца. А, яйца, кстати, да. Ну, яйца уже в конце, в объем. Да. Ну что, молим. Молим наши. Мы нарезали тут уже все. У нас тут лучок. Ну, как бы мы уже все приготовили. Да. Лучок. Чесночок. Сальце, морковка.
хлебушек. Вбиваем яйца и все перемешиваем. И потом формируем котлеты. Не городские котлеты. Таежные котлеты. Тебе порезать, чувак? Вкуснятина. Хлебушек. Да и пока он не нужен. Хлеб будем в городе есть. Котлеты огонь. Сегодня у нас еще коктейльчик с бананов. Охота посидеть на берегу речки. Свинишка и с мороженым. Клевый коктейльчик. Самое легко чистится это бананы. День четвертый вечерухи. Пошли на вечерушечку. Погода меняется. Весь день была лютая жара. Вот. И сейчас, если будет видно, вот сзади там туча нависла такая мощная. Возможно, будет дождь. А может быть, не будет. Хотя по прогнозам мы смотрели, дождя не передавало. Вот. Вот время 7:30. Сейчас до 9 где-то. Вечерушку половим и пойдем на бивак. Блин, а что ему надо?
5, время 6 утра. И мы фигачим на утреннюю рыбалку. Встали сегодня пораньше. Мы надеемся, да, что мы бахнем много рыбы. Нормальные люди спят. Туманчик сегодня ветрено, но должно быть огонь. Пойдем, Джесс. Пойдем. Ну что, ты идешь? Пойдем. На мушку. Ну чё, прогулялись мы на наше место. Прогулялись мы верха на камушке. Ребята, которые здесь стояли день, уже уехали на Максимовку. Но нам смысла нету куда-то срываться, потому что у нас последний день. Вот, что-то все нас покинули. У них тоже нифига не клюет, у нас тоже. Рыба что-то тупит. Вот. И мы идем по лесу и просто собираем грибы. Грибочки. Да. Сейчас будет грибной суп. Набрали сыроег. Вот, сейчас замутим какой-нибудь картофан с грибами и с мясом. Вот. Короче, такая тема. Нет рыбы, ну, ничего страшного. Есть грибы. Есть грибы, да. Вот. Поэтому живем дальше, да. Нафигачили сыроежек. Сейчас будем жарить с мясом. Сегодня у нас картошка жареная с мясом и с грибами. Вот такое блюдо. Вот грибочки пошли жариться. Это первый ингредиент к нашей картошечке. Сегодня у нас картошка с грибами. Дальше у нас идет морковочка, картошечка и кусочек мяса, кусочек свининки. Мяско наше поджарилось с грибочками. Картошка наша с морковочкой подварилась. И мы делаем замес. Ну вот, в итоге получилась такая картошечка. С мяском и с грибами. Всем приятного аппетита. Вот наша рыбка. Прошло двое суток. Она подвялилась, подкоптилась. Вот такая рыбешка. Сегодня будем вечером пробовать, что получилось. Последний вечер. Идем. Да, крайний вечер нашего пребывания на Кеме. Идем на вечеруху. Взяли с собой сегодня все. И тенкору,
и блесна, и корабль. Попробуем с него. Сейчас зарядим его мухами, попробуем половить им. Последний день. Зажгли баньку. Сегодня надо будет до талого прям запариться. Последний день отмыться. И половим сейчас до темна. Завтра у нас в планах съездить к устьям. Завтра встанем с утра и поедем в устья. Тут 10 километров буквально мы не доехали. Вот, поедем, посмотрим, что там. Народ говорит, что там типа рыба прям кишит. Но не ловится. Вот, ну посмотрим. Короче, доедем до устей. Ну и потом уже будем двигаться в сторону дома. Вот такой план. Короче, мутим корабль. Сколько у тебя будет поводков? 4. 4 поводка. Да я больше не стал делать. Ну, пробуем запускать. Поводки навязали, крючки навязали, мухи. Что с этого получится? Ну, что-то поймали. Какую-то мелочуху. Первый улов на корабль, да? На пароход. Ну, я отпустил. Пеструшка? Нет, котик маленький. Лес. Это на корабле, чё? Я понял. Ага. Маленький гольчик. Маленький гольчик. На мушку. Крупнее у нас идет гольчик. Чуть покрупнее. Отпустим его тоже. Андрюха что-то поймал. Сейчас пойдем посмотрим. Иду. Ну-ка зацени свой трофей. Я первый раз реально испытание парохода. Зацени. Хороший. Аккуратно, аккуратно. Эй, корабль пошел. Эй, корабль-то не этот, не забуксировал. Ну-ка покажи. Сейчас корабль пришвартует. Хороший, смотри. Вода еще теплая. Прям. Чувак. Хорошо взяла. Взяла, идем на берег. Вот такого галечика. Тоже неплохой. Неплохой, я сказал бы. Вот такого на мушку. Надо вывести ее.
О, хороший. Вот такой вот кончик. И сошел сразу с мухи. Вот такой. А? Да вроде. Ну, не монстр. Ну, нормальный, да, сидит? Прицепилась, говорит. Давай. Ой, тоже хороший. Слышишь, линка? Это не лино этого, не гольца, а линка взял, чувак. Линок. Вообще. Смотри. Сейчас сниму. Ну? И все, и пошел чисто. Да. Линок? А, это линок. Линок, смотри. Хороший. Ну, хороший линок, да. Хороший линочек. Еще одна. Давай. Он борется как. О, чтоб он ушел. О, хорош. О, какой. Отличный. Так. Уже муха сошла. Быстренько тебе в кан. Вот такой вот. Еще один. Линочек. Быстренько тебе в кан. Пока ты. Давай. Огонь. Офигенский закат сегодня. Красный, завтра будет хорошая погода. Хотя где-то за сопками здесь громыхает гром. Где-то, возможно, вот там дождь идет. Закат классный. Рассвет. Наводим порядок на биваке, сжигаем мусор, собираем весь шмурдяк, будем мыть посуду. Ну и хожу просто здесь, ищу мусор свой, там что-то выкидываю. Просто вот, вот бивак, да, вот, вот мы стоим и просто вот в пяти метрах вот здесь вот дорога и пошло. Бутылка раз и пошло. Здесь просто вот бутылки пивные. Какие-то банки, вот еще бутылки из-под водки. И тут их просто тьма везде. Здесь, вот здесь. Вон валяются огромные. Везде в кустах. Это просто трэш. Очень тяжело взять пакет, загрузить это стекло в пакет и довести до ближайшей мусорки. Ну, вывести из тайги, ну реально чисто. Мы за 770 километров от Владивостока. Сюда ехать 12 часов. Тут вот мы сейчас стоим, рядом вообще нет никого, не знаю, на протяжении там, не знаю сколько километров, но много вообще никто по реке здесь. Ни внизу рядом с нами не стоит, ни вверха. Дикие места. Но мусора здесь, как будто бы где-то в пригороде, как будто вот как у нас любят люди в пригороде прийти, пивка попить, весь мусор бросить в пакетике где-нибудь под куст и все. Ребята, ну вы же таежники. Или сюда начали уже приезжать какие-то просто чуваки, я сомневаюсь, которые просто пришли, и чтобы попить пиво и уехать на один день. Навряд ли сюда приезжают взрослые люди, скорее всего, и понимают, что ну, это природа, тайга, что здесь не надо срать, что сюда приедут другие люди. Да и даже если не приедут, просто ну, ты уедь, оставь после себя чистоту. Другой человек приедет, ему будет приятно встать на чистую поляну. Он также оставит после чистоту и будет ну, везде. Ну,
в прошлом ролике я записывал это, что бутылки битые на идешь разбитые по берегу. То же самое здесь. Какие-то стулья валяются на берегу, железные, в воде. Битое стекло в воде. Вот здесь вот, ну вот с бивака спускаемся, там делаем, набираем воду. И там просто все в каком-то говне, каких-то стеклах, какие-то там табуретки валяются, там еще что-то. Просто засрано, вот где бивак, все вокруг и засрано. Люди, давайте уважать друг друга и ценить природу. Убирайте за собой, не будьте свиньями. Закрой ворота за собой. Въезд в устья. Приехали мы в устья. Народу тут много. Стоят несколько машин, лодки. Ну, что-то не видно, что кто-то что-то ловит. Что-то все ждут, стоят. Рыба плюхается. Андрей взял удочку. Сейчас немножко покидает. Вот. Посмотрим, что здесь. Народ ловит. Пробует. Кидаем, а рядом просто плюхается. Кидаем, говорю, а рядом просто плюхается. Ну что ты покидал? Это... Покидал, в устях нет ничего. Рыба стоит. Ну рыба... плюхается, да? Рыба есть, да. Рыбы очень много. Только не берет. Виды красивые. Хорошо. Народ рыбачит, пытается тоже. О, здорово! Краснуха! Ты видел, какой там был монстр? Я не знаю, получится, попадет кадр, я попробую зазумить потом. Ну, я вроде туда держал этот. Ну, на этом мы будем завершать видео. Приехали в устья. Здесь тоже ничего не ловят. В принципе, там же, где и мы стояли, небольшой голец, ленок. Красной не было. Здесь красная плюхается, но мы покидали, не берет. Народ тоже не ловит, тоже кидают, что-то стоят, ждут. Виды здесь шикарные, красиво, море. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами были Пойди и Проверь. До скорых встреч, пока!